знать. Люди устают. Люди любят деньги. Люди думают, всего один раз, ничего страшного. А где один раз, там и лучшее два, снаряжение, только пять, у нас. И 10 раз. Так что если бы я пытался выбраться из Манхэттена, как вы уже слышали, я вовсе не собираюсь этого делать. Агенты, твои совершения поистине трансцендентны. Вот это актуализация твоего потенциала. Ты даже не представляешь всю глубину своего самосознания. Намасте. Найдите таких людей, используйте их и прости-прощай, остров. Да, по крайней мере, в теории. Мы узнаем, что я прав, если один из агентов спецотряда заглянет ко мне, чтобы сурово отчитать за подстрегательство. Ну и ладно. Увидимся еще. В любом случае, мы поймем, что я прав. Верно? Внимание! Вы выходите из безопасной зоны. Нина тут подыхать бросит. Диспетчер патрулям в швейном квартале. Перехватите груз на углу 39-й Западной Бродвея. И будьте осторожны, там чистильщики. Это Воробей-2, мы на подходе к вашей позиции. Здорово сражаться рядом с тобой. Городу повезло, что ты за нас. Мать твою, опять противник! Не забывай, нам нужна твоя помощь. Внимание! К вам приближается противник! Здорово сражаться рядом с тобой. Внимание! К вам приближается противник!
Не забывай. Здорово сражаться рядом с тобой. Город повезло, капитан. Внимание! К вам приближается противник. Я набью! Противник. Это Воробей 2. Мы уже прибыли на место. Спасибо за помощь. Вы даже не представляете, как мы ждали этот груз. Здорово сражаться рядом с тобой.
Диспетчер ОТГ спецотряду, срочно. Чистильщики взяли заложников в банке на 32-й западной. Нужна помощь. Внимание! Обнаружен противник. Они бросили ключи где-то рядом. Черт, там кто-нибудь есть? Спасибо, спецотряд. Даже представить страшно, что стало бы с этими заложниками, если бы не вы. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал!
густо. ОТГ, срочно! Всем оперативникам! Чистильщики держат заложников в участке на 26-й запад. Любая возможная помощь. Внимание! Обнаружен противник! Спасибо за помощь. Иначе их наверняка бы сожгли. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал!
это для меня так много значит. Мам, Джейк сказал, что съест Реймонда. Говорит, что в магазинах больше нет еды. Что еще за чепуха? Он говорит, что в Мексике всегда ели морских свинок. Милая, успокойся. Никто Реймонда не съест. Передай трубку Джейку. Алло? Джейк, не обижай сестру. Я же отдал половину. Я не шучу. Ладно, если она останется голодной, я ни при чем. Не вредно. С вами Рик Валесси, ваш старый друг с подкастом «Представь себе». И тут немного проблемы. Готовьтесь, сегодня будет особенный выпуск. Рано или поздно вирус сожрет сам себя. И тогда нам придется начаться заново. Возможно, это случится завтра, на следующей неделе или через год. Кто знает? Уж точно не я. Но рано или поздно это непременно произойдет. И когда это произойдет, я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Привет, агент. Нам с тобой предстоит какое-то время работать сообща. Я буду снабжать тебя разведданными по этому району. Но заранее призываю соблюдать крайнюю осторожность. Здесь очень грязно. И если у тебя на что-то аллергия, это кошмар. На ноги и сражаться за жизнь яростнее, чем прежде. Если так было, тогда вы должны кое-что для меня сделать. Что именно? Это очень просто. Когда все закончится, чем бы это ни кончилось, я прошу только одного. Я хочу, чтобы вы были довольны. Агент! Требуется твоя помощь. Забрать препараты для стерилизации. Они мне просто необходимы, учитывая, в какой грязи приходится жить. Но они... Фу, они в канализации. Найди их, пожалуйста. И потом, как следует, простерилизуй. Поставим ее на колени. Да клал я на ОБГ с прибором. О, слава богу, тебе удалось их найти. Они мне так нужны, то есть нам нужны. Срочно. Большое спасибо.
Рядом с вами находится эхозапись. Вот. Расходуйте экономно. Ладно? Вошли в безопасную зону. Ты молодец, но нужно работать дальше. Полюбуйтесь на этих красоток. Продолжай работать. Я тоже без дела ничего. Все работает как надо. Назначаю тебя моим главным агентом по наведению марафета. Прекрасно. Теперь мы сможем увеличить наш отряд кинологов. Это поможет нам находить не только людей в завалах, но и тайники с оружием. И теряй бдительность. Ты пример для нас всех. Знаешь что, они просто нелюди. Я не вижу смысла, зачем нам вообще пытаться их взять живыми. Предлагаешь их казнить на месте? Это Америка. Мы не убиваем подозреваемых. Подозреваемых? Да я все своими глазами видела. Ты знаешь, что они делают с людьми, с такими, как мы? Калечат, пытают. Ужасно знаю, но если мы будем мстить, мы станем не лучше этих мразей. Куда лучше поступиться принципами и остаться в живых, чем проявить благородство и сдохнуть в какой-нибудь сточной канаве.